ЕС и США начинают переговоры по стали и алюминию. Стороны договорились начать консультации на уровне администрации президента США для поиска взаимовыгодного решения по ввозным пошлинам на сталь и алюминий. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрим и министр торговли США Уилбур Росс начнут переговоры по ввозным пошлинам на сталь и алюминий. Мы договорились немедленно начать обсуждать с президентом Трампом и его администрацией вопросы торговли, представляющие общий интерес, включая сталь и алюминий, с целью нахождения в кратчайшие сроки взаимоприемлемых решений, говорится в выпущенном сторонами совместном заявлении. Напомним, в начале марта президент США Дональд Трамп ввел пошлину в 25% на импорт в страну стали и в 10% на импорт алюминия. Трамп назвал условия отмены для ЕС новых пошлин. В ответ на решение Трампа в Евросоюзе планировали установить пошлины на такие американские товары, как мотоциклы, джинсы и бурбон. Новости от корреспондента. Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://micrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.